Я ищу постоялый двор. Тебе его не найти, и лишь мертвые могут туда попасть. Если это место может найти лишь мертвец, я убью себя прямо здесь. Какая жалкая нужда. Думаешь, можешь все исправить, пожертвовав собой? А это тщетно. Моя жизнь единственная, что я могу отдать. Я ничего здесь не крал. Что это? И на этом дереве никогда не цвели цветы. Ведь я сегодня правда с того дерева. Я ничего больше не трогал. Хочешь, чтобы я пощадил тебя? Я пощажу тебя. Через 20 лет я приду за твоим сыном. Ступай. Чон Сун. Прошло уже 20 лет, почему я все еще их получаю? Дорогой Ку Чон Сун, сообщаем вам, что вы приняты на работу в отель Дел Луна. Приступайте завтрашнего дня. Заклятие! Отель в самом деле существует? Я подарю тебе кое-что другое на день рождения Вудберга. Вы же видели, что я стоял здесь раньше? Не видела. Я не вижу вас. Где вы? Не снимай! Не снимай очки! Я знаю, что у тебя нет глаз. Через них ты очень страшная. Ну, пройди мимо, приятного человека. Большинство как раз такие, так что не трусь. Если хочешь бежать, беги. Если повернешься и пойдешь прочь, я исчезну с глаз твоих, как ты и хотел. Ты что делаешь? У меня не хватит сил донести вас на руках. Там не грязно, так что садитесь. Вы в порядке? Ку Чон Сун, ты правда? Слабый человек.